А вот по количеству больных алкоголизмом последние несколько лет Пензенская область входит в число лидирующих регионов. Специалисты связывают большие цифры с отработанной системой выявления зависимых людей. Ведь большая редкость, когда больной человек добровольно признается в том, что ему нужна квалифицированная помощь. Еще сложнее здесь обстоят дела с прекрасной половиной человечества. Об этом съемочной группе нашего канала рассказал главный внештатный нарколог регионального Минздрава Юрий Уткин. Понять не могу, почему мужики-то лечатся и почему результаты лучше, почему женщины, их меньше в этом направлении, но лечатся они хуже и, к сожалению, результаты хуже. К сожалению, среди стационарного лечения пациентов, которые лежат сейчас в наркологической больнице, 20% женщины. И они примерно в таком соотношении и находятся и у нас в нашей базе. Подробнее о том, как можно помочь зависимому от алкоголя человеку, как ведется профилактическая работа с подростками и что делать, если в специализированной помощи нуждается кто-то из знакомых, вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир после первого вечернего эфира новостей в 17:55.